бери в руку лодку, бери все, мясо жри, и давай сейчас в путешествие. Вдруг что-то найдем. Нет. О, Игорь, та, тебе повезло! Чё? Купец, там затонувший корабль. Где? Вон, только от него только мачты торчат. Вот тут, видишь? Я, у меня зоркий глаз, я соколиный глаз. Короче, садись в лодку, плыви туда. Ой, я случайно опять нажал что-то. Так, Соколиный глаз, самый бесполезный персонаж Марвел. Мне нравится. А кстати, мне нет. А ты смотрел «Стрела»? Это же как Соколиный глаз, только от DC. Вот он. Ну, я знаю, кто это такой. Миллиард, я смотрел. Ну, блин, там просто именно было все сделано так, как будто это в реальной жизни существует. А там Халки всякие, Соколиные глаза, и он на фоне других не особо выделялся. Мне нравится то, что у него взрывает. Где мачта? Это мачты, вот, торчат мачты. А, вот это все корабль? Да, да. А что он в песке каком-то? Это, кстати, один из самых таких полных кораблей, тут 4 сундука будет. Чем раскапывай, копай вниз. Чем? Рукой, рукой, рукой. Затонувший корабль крутой, говно какое-то попалось, я уже обрадовался. А что там может быть в корабле? Тут и еда, и сейчас мы, может, вот тут найдем интересно. О, в натуре! Карта клада, Игорь! Блин, я такой везучий! Офигеть, у меня сегодня тоже такое. У тебя день рождения сегодня, кстати, да? Да, ребят, спасибо за поздравления всем. С шифта встань, пишут. Тебе? Это тебе говорили? Да. Нет. Так, третий я не помню где. Ребята, пишите кам 2, у нас вторая есть. Вы, кстати, не знали, что у Кирилла есть реально камера вторая? Поэтому она вполне возможно включится. Ёперный, зачарованные! Ты видел? Да, ты теперь быстрее будешь плавать. Офигеть! Посмотри, а где третий? Охренеть, блин. Он наверху. А как ты по карте ориентируешься? А? Вот, Игорь, тебе надо туда плыть. Как ты это понял? А? Как ты это понял? Что? Вот точка белая, это ты как GTA Vice City. А-а-а! Плыви. А надо в точку плыть, да? Да-да-да. Я сейчас тебе скажу. Так, ну все. А третий сундук не нашел. Что ты сделал? Год хватило. Так, остановись. Донаты летят, как из пулемета. А, вот туда. Петка, я не понял, тебе что, деньги не нужны? А. Я тут на обедах каплю. А ты возмущаешься. Что? И спасибо, что прорекламировали меня, даже 3000 платить не надо. Это класс. От меня, это от меня было. Посмотри сейчас. Не, не туда. Вот так развернись. Так? Хотя, может, и не так. Ну, сейчас посмотрим. Давай, давай. И вот в ту сторону. Егор Русский, спасибо тебе большое за донат. Сюда, по-моему? Так. Как, так? Не, 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 вот туда. Туда. По-моему, туда. И спрыгивай вот с лодки. Ныряй. Блин, боюсь. Давай, давай, давай. Смотри, тут могут быть сундуки. Это что такое? А что это такое? Нормально, нормально, нормально. Ну, не трогай, не трогай. А, я думал, нормально, в смысле, ломай. Так. О, вот сюда. О, ё-моё. Бери все быстрее, как, давай. Как? Шифтом. КС-тапитка. Игорь, умираешь, блядь. Номер телефона в ВК висит. Это мой номер телефона, у меня дохрена номер. Мне на тот номер можно было раньше звонить. Сейчас уже все. Фу, ребята. Теперь на тот номер можно звонить только за 1000 рублей. Да? Поэтому, кто хочет пообщаться, ребята, если что, ну, можете написать. А ты знаешь, кстати, то, что, как у меня это работает? Типа, кто? Реально можно задонатить? Подожди, но... ты мне скажи, у тебя работает сейчас друг на час, как у тебя раньше было? Так оно работает, но никто не покупает. Если даже реально? Хотят купить, я не продаю. Друга на час не покуп... А почему ты не продаешь? Ну, потому что я это сделал так, чтобы отмазались, отстали от меня. А, ну, чё, куда идти? Так вперед плыви. Походу, блин, ну, ребят, друг на час на самом деле было очень прикольно. Кирилл прям в город приезжает, там, ну, вы гуляете, не знаю, в Лего собираете. Не, недавно консультацию челиком провел. Ну, нормально. Так, смотри, чтобы ты прям по центру был, тебе надо рукой будет вниз копать. Хай-питка, хай, Игорь, можно кулак. Скажем? Чё? Ну, я, наверное, думаю, что надо. Ну. Блин, или нет. О, смотри. Блин, ребята, Кирилл, наверное, не рассказывал, но вообще мы договорились, что это будет наш секрет. У нас общий батя. Охренеть, блин, ребята, посмотрите, динамит, 5000, 5000 динамита на одном сервере, блин, давай взорвем сейчас. Игорь, это один динамит. А? Два. Ну и чё? А давай его размножим. Еще? Вот. Как? Один. Это долго. Размножить? Да. Как? Ножницами стрижешь морскую капусту, кормишь их этой морской капустой, и они размножаются, откладывают яйца, следишь за яйцами, чтобы их никто не потоптал. Вот тут, и... да? А? Вот тут копать. Не, по-моему. Чуть-чуть вперед. Еще.
Запрыгни на этот дуб. И вот здесь копай, наверное. Левее. Так? Он под песком обычно. Проход надо найти сейчас или что? Не, надо просто сундук будет под песком. Смотри, чем я копаю. Не-не, не надо, вот песок копай. А-а-а. Нормально то, что я копаю вот да, этой нормально, капустой? Нормально. У тебя лопаты нет. Ну ладно. О, видел, да, видел? Да-да-да-да-да, вот он. И над ним раскопай, чтобы он открылся. В натуре. Видите, почему так жарко? Ты такой горячий парень. Ну конечно. О, нормально. Алмазы, Игорь. Охренеть, ребята. Я миллиардер. Вот это нормально было. Офигеть, блин. Можем даже пойти жахнуть. Пипец. Бабки, бабки! Пойдем теракт устроим в твоей деревне. Нельзя такое говорить на стриме. Просто бахнем ее. Давай. Иди домой тогда. Я не могу съедать, у нас админки на... О, Игорь, Игорь! Тварь тупая! Бей его, бей! Да бей его, Игорь! С натягом. Меси его, меси, меси! Он шугами стреляет! Фу, конченая тварь, блин! У тебя не освещено. Откуда он вы... А, из хаты? Он вот оттуда вылез, смотри. Вот там темно, видишь? В уголку. Охренеть, блин, тварь конченая, блин. Надо покушать этого. Ой, вот на деревне. А зачем их взрывать? А? Зачем их взрывать? Я не знаю, по рофлу. Ты же хочешь что-то взрывать? Ну я хотел 500 тысяч динамитов взорвать. Покушай только заранее. Так. Оп. Только надо здание прям под какое-то. Я хочу, где жирный вот этот. Давай. Он сдох? Не умрет. Не умрет? А смысл тогда? Да нормально, давай. Так, так? Ставь, ставь. Два блока отступай и ставь куда-нибудь еще. Ой, кактус. Сюда. Или сюда. Да. Так, дальше. Да, да, вот сюда. Так? Да. Два. Давай уже начни, Игорь. Так? Так, давай. И веди дорожку теперь. Куда? Ну, чтобы отойти, да. Так? Вот сюда куда-то. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Так. Да. Зажигалкой чикай. И убегай. Только, ну, задом и отбегай. Ой, Игорь, не блин, так. Блин, я понял. Только... Да блин. Привет, сексуальный жир. Посмотри. Легендарный скин на Райнхарда за 1000 монет посоветуешь. Ооо, блин. Я сейчас тебе скажу крутую тему, чувачок, блин. Я вчера в Overwatch зашел. А чё, он на тебя теперь, да? Не, он меня не видит даже. Подожди. Да не, он... Короче, я вчера только зашел в Overwatch, сразу скин на диву выбил и вышел из Overwatch. Все, иди еще одну бахай и домой быстрее. Ты очень много песка собрал. Ну и чё? Как его согреть? А? Так, ну смотри, резко, если под нему поставишь, только его не ударит. Хорошо. Ну он не умрет. У него ну, много. Чё, он взорвёт. А, можно убить? Его убью? Да, вот его ты убьёшь. Блин. Он не за это, не загрелся. Так потому что ты прямой удар не нанес. А, блин, в натуре. Офигеть. А где от него останки есть какие-то? Нет. Реально прям разрывает? Блин. Он улетел, если присмотрелся, он отлетел прям. Блин. Ну пора домой. Бежи, беги. Блин! Слушай, кушай, Игорь. Да. Кушай сейчас. К жирному можешь подойти, жирный тебя защитит. Ой-ой-ой, там маленький зомби, беги, блядь! Что он делает? Он, это пиздос, это сатана. Зачем мы динамитом игрались? Правильно говорят родители, детям спички, не игрушка. Еще один маленький или что это такое? Это большой. Шо, я что творю, ребята? Я не знаю, мне Кирилл говорит. Он мой сенсей. Ты умеешь кастовать что-то? Могу, давай сейчас покажу тебе. Давай. А что так медленно? Ну, потому что я бегу. Ладно. Домой придем, покажешь быстро? Да, конечно. С водой не умею. Еще? Вот, быстро купец, не лох, спасибо. Сюда, спасибо тебе большое. Дима автозамена. Игорь, сударь, голема. Наверное, взорви, голема, это жирный. Ну, взорви голема, наверное. А, наверное. Или сагри голема. Блин, извини, не лох. Спасибо тебе огромное за 200. Откуда у тебя такие деньги, блин? У меня таких нету подписчиков, которые столько донатят. Пипец, капец. С ума сошел? Капец, не лох. Спасибо тебе большое, блин. А потом мама их пишет, говорят, верни. Блин, у меня было такое, блин, раз, да. Ну, я не знаю, это он писал или не он, или мама его. Так, и чё? Ну, говорит, типа, здравствуйте, вот мой сын сегодня вам деньги скидывал, можете, пожалуйста, вернуть. Сейчас, ой, Игорь, беги быстрее.
заблудился. Так, 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 это уже твоя. А я сказал, понял, мне ничего не скидывали. И все. Игорь, там ты. Все, ложись спать. Блин, надо спать быстрее. Какая опасная игра вообще. Фу, Шрек заснул. Кирилл. Продолжите репу в чате.